есть два предостережения, о которых стоит поговорить в этой части. Первое – это хаотичность процессов, которые вы пришли автоматизировать. Может такое случиться, это очень часто встречается в малом бизнесе, когда процессы не до конца формализованы и скорее похожи на некий творческий беспорядок, нежели чем на структурированно выстроенный процесс. В этих случаях имеет смысл укрупнять те процессы, которые вы собираетесь автоматизировать. То есть уменьшать количество стадий, уменьшать количество операций, делать их более крупными и масштабными. И это поможет сделать первые шаги в самой автоматизации. Вторая важная мысль – это соблазн оптимизировать процесс тогда, когда вы пришли его автоматизировать. Хочу вас предупредить о том, что это две совершенно разные услуги, и их стоит разделить на два разных этапа. Если вы пришли автоматизировать какой-то процесс, автоматизируйте его таким, какой он есть сейчас. Это будет хороший первый шаг к тому, чтобы выстроить отношения с клиентом. Или, если вы готовы взять на себя ответственность по разработке более оптимального процесса, тогда первым шагом делайте именно оптимизацию процесса, и вторым шагом будет его автоматизация.